Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня мы еще раз остановимся с вами на врожденном гипотиреозе. Это одно из наиболее часто встречающихся врожденных заболеваний щитовидной железы и детей. Гетерогенное по своей структуре. Причинами служат дисгенезия и дисгормоногенез. Согласно литературным данным, доля дисгенезии составляет 75-85% и представлена преимущественно эктопиями. В настоящее время в России детям с врожденным гипотиреозом рутинно проводится УЗИ щитовидной железы, которое не позволяет в большинстве случаев выявить различные варианты эктопии. Также данный метод является операторзависимым. Тиреосцинтиграфия проводится лишь в единичных случаях, в основном детям старшего возраста. Проблема заключается в том, что отоларингологами эктопированная ткань щитовидной железы в корень языка часто принимается за гипертрофию язычной миндалины, либо фиброму корня языка, и подвергается хирургическому лечению. Также мы знаем, что в эктопированной ткани могут быть узловые образования. Редко, но описаны в литературе случаи рака щитовидной железы, преимущественно у взрослых пациентов. Мы обследовали 73 пациента в возрасте от 2 недель до 17 лет. Медиана составила 6,9 лет. 70 детям диагноз был установлен по результатам неонатального скрининга, троим детям с эктопией щитовидной железы и нормальным ТТГ по данным скрининга диагноз был установлен после 6 лет. Всем детям на фоне отмены терапии в течение 2-3 недель было проведено УЗИ шеи, планарная сцинтиграфия с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией шеи верхнего средостенья, определялся уровень тиреоглобулина, и дети с эктопией были осмотрены лор-врачом. На данном слайде представлены результаты визуализации тиреоидной ткани. УЗИ диагностировало аплазию в 46% случаев. Проведение сцинтиграфии позволило подтвердить аплазию у каждого третьего ребенка. Теперь о ситуации с эктопиями. Эктопии по месту жительства не были выявлены ни у одного ребенка. При проведении УЗИ у нас эктопии выявили у четверти пациентов. Однако проведение сцинтиграфии позволило увеличить этот процент до 42%. Таким образом, дети с эктопиями щитовидной железы ранее были расценены как дети с гипоплазией и аплазией. Дополнительным подтверждающим критерием наличия тиреоидной ткани служит определение уровня тиреоглобулина. И мы видим, что при эктопии он достоверно выше. Также неонатальный ТТГ при эктопии достоверно ниже, чем при аплазии, но тоже высокий. Важен в данной проблеме междисциплинарный подход. Мы столкнулись с тем, что у троих детей эктопия щитовидной железы в корень языка в возрасте после 6 лет была расценена как гипертрофия язычной миндалины или фиброма корня языка, и у двоих детей удалена. Сейчас позвольте остановиться на этих случаях. Первый случай — девочка, которой сейчас 8 лет. В 6,5 лет после перенесенной ангины у нее выявили образование корня языка. Пациентка была осмотрена лор-врачом. Установлен диагноз гипертрофии язычной миндалины. Здесь при осмотре вы можете видеть, как это выглядело. Девочка была госпитализирована в хирургический стационар с диагнозом фиброма корня языка. МРТ шея подтвердила образование, проведено оперативное лечение. Гистологические ткани щитовидной железы. Через 3 недели выявлен гипотиреоз, назначена заместительная гормональная терапия. К нам эта девочка обратилась в возрасте 7,5 лет. УЗИ и сцинтиграфия подтвердили остаток тиреоидной ткани, провели молекулярно-генетическое исследование, клинических значимых изменений выявлено не было. На данном слайде представлено изображение ультразвуковое, здесь мы можем видеть образование в корень языка, и сцинтиграфия. Второй случай. В 6 лет у ребенка появился периодический кашель, незначительный дискомфорт в области шеи. Также было выявлено объемное образование корня языка. Пациентке выполнено МРТ, по результатам которого подтверждено наличие этого образования до 2 см по одному из размеров. Осмотрена была онкологом и лор-врачом. Проведено хирургическое лечение. Через 3 недели диагностирован гипотиреоз, назначена терапия. К нам девочка пришла в возрасте 7 лет. По УЗИ в данной ситуации была установлена аплазия щитовидной железы, однако сцинтиграфия позволила выявить остатки тиреоидной ткани.
Далее. И последний ребенок, это ребенок, которому сейчас 7,5 лет. По неонатальному скринингу также ТТГ в пределах нормы. В 6 лет отмечено наличие образования корня языка. Выполнили КТ по месту жительства в области корня языка образования до 1,5 сантиметра, которая интенсивно накапливала контраст. УЗИ в типичном месте, по данным УЗИ, щитовидная железа в типичном месте не определялась, места возможной эктопии описаны не были. В гормональном профиле субклинический гипотиреоз ребенку был назначен тироксин. При осмотре, если не заглядывать, скажем так, достаточно глубоко, то это образование не видно. На первом слайде мы видим, что выглядит обычно. Если ребенок открывает рот шире, то образование становится заметным и на глаз. Пациентка была осмотрена лор-врачом, проведена видеофиброларингоскопия. Объемное образование вы также можете видеть на слайде. У нас при обследовании по данным УЗИ размер образования до 2 см. Сцинтиграфия также подтвердила эктопию. При проведении молекулярно-генетического исследования патологических изменений выявлено не было. На данном слайде представлено изображение ультразвуковое эктопии и сцинтиграфии. Таким образом, резюмируя вышесказанное, хочется отметить, что зачастую пустое ложе щитовидной железы принимается за гипоплазию, а эктопия остается вовсе не диагностированной. Сцинтиграфия является важным методом диагностики, прежде всего, эктопированной ткани. И пациенты с образованием корня языка первично обращаются к лор-врачу или онкологу, или к педиатру, что подчеркивает необходимость повышения информирования и междисциплинарного подхода. Спасибо за внимание. В заключение нам хотелось бы поблагодарить докторов, которые отправляли пациентов к нам на обследование, в частности Марину Борисовну Конюхову. Основной пул пациентов – это пациенты Центра неонатального скрининга и коллег, без которых бы